Итак, с 20 августа 2020 года на нашем сайте начнется прием предварительных заказов. Здравствуйте, уважаемые друзья! Как я и сказал, с 20 августа мы начинаем прием предварительных заказов. Прием заказов у нас не изменился уже на протяжении 8 лет. То есть вы делаете заказ, к нам на почту приходит ваш заказ, мы вам перезваниваем, все уточняем с вами, какие вопросы вы задаете, задавайте. Потом вы оплачиваете, мы отправляем. Оплата у нас 100% предоплата. Затем по отправке. Отправка начнется с 15 сентября. Сейчас сень растет. Северные районы, конечно же, хотят получить его пораньше. Но я вам не советую этого делать и предупреждаю, что сенец в росте, он может погибнуть. Вообще, это касается двухлетки особенно. Двухлетки ели, двухлетки туи. Краснодар и Крым могут заказывать до Нового года. Северные районы лучше заказывать весной. Но весной у нас ассортимент скудный. Потому что у нас вся европейская часть, особенно южные регионы, разбирают все за осень. Они сажают осенью, и у них прекрасно все получается. С северными регионами намного труднее. Я сам с Якутии, знаю, что такое мороз и когда он наступает. Прежде чем заказать, очень внимательно подумайте и посмотрите, готово ли у вас все к приему сеянца. У вас должна быть грядка, должно быть притенение и должно быть утепление. Полив до морозов, а потом укрытие. Укрытие до весны. Оплата у нас производится картой. На карту Сбербанка, на расчетный счет или же робокассой. По отправке отправлять лучше европейская часть полностью с деком. Сибирь и Приморье — это почта МС, самая быстрая доставка. То есть 2-4 дня сеянец у вас. МС почта, я понимаю, что дороговато, но извините, это самый лучший выход. Выкопка производится в день отправки, то есть утром мы выкапываем и к обеду посылка уже ушла. Обязательно при заказе указывайте полное имя, фамилию, отчество, указывайте правильный рабочий номер телефона и обязательно электронную почту. Потому что на нее пойдет вся информация, рабочую электронную почту. Вся информация по посылке. Мы даже подсылаем файлы, после выкопки фотографируем, потом запаковываем и отправляем. Для того, чтобы знать и видеть наши обзоры, советую подписаться на наш канал и нажать на колокольчик. И вы будете в курсе, какие товары сейчас у нас есть в наличии. Там будет отдельный плейлист сеянцы-саженцы 2020 года. И тогда вы совершенно спокойно можете просмотреть, что именно вы заказываете.